Всем доброе утро. Сегодня 11 июля. Очень жаркая погода на улице у нас. Вчера 33 в тени было. Сегодня 36 обещают. Он ему поставил большой таз купаться. Но он туда не хочет. Он любит в грязи купаться. Да, Дар? Но видео не про это. А про то, меня вчера спрашивают подписчики, есть ли видео на канале про пасынки. Что с ними делать? Я уже в этом году обрезал пасынки. Их надо убирать. Как убирать? Убирать их надо после первого листа. Сам я, бывает, это не придерживаюсь. Когда лоза у нас уже плодоносящая. Это я, бывает, не придерживаюсь. Поэтому, бывает, выламываю по спешности. Но если эта лоза мы оставляем на следующий год, на следующий вот эту лозину оставляем, то нам она надо. Нам это... Все надо сохранить в целости и сохранности. Вот мы смотрим, у нас помечено. Я помечаю лозы. На следующий год просто подвязываю веревочки. Мне видно все, все отлично. И вот смотрим, лоза пошла, она холостая. На следующий год вот у нас пасынок, да? Вот у нас пасынок. Убираем мы его после первого листочка. Вот, после первого. Раз, и все. Тут мы оставляем, сохраняем, не выламываем. Потому что если выломать, тут урожай на следующий год не будет заложенный. Смотрим, дальше идем. Тут тоже убираем. Вообще правильно все после первого листа. Но я же говорю, бывает, спешу. Вот, опять пасынок. Видите, успел вырезать. Хотя недели две назад я его убирал уже. Все тут чистил, обрезал по верхнюю проволоку. Вот, обрезал. Повырастало. Кое-где даже намного больше. Вот, опять пасынок вымахал. Сегодня надо будет пройтись, почистить все. Обрезали. Смотрим. Опять. Видим? Вот. Вышел листочек. И после него обрезаем. Следующий. Видно было листочек. После него обрезаем. Вот так вот мы проходим этот весь побег. Побег проходим. И верхушку я тоже сильно, чтобы мне она не мешала, тоже обрезаем. Вот так вот получилось. То есть верхнюю я уже обрезал, опять беру. Вот будет точка роста у нас. Вот тут нам не надо. Низ я осветляю. Осветляю еще раньше. Да, начинают некоторые ягоды подгорать. Гореть. Сейчас очень жарко. Такой жары давно не видно было. И в прошлом году разница, конечно, колоссальная. Сроки будут где-то дней в 15 раньше. Я уверен в этом. Надо, чтобы все проветрилось, чтобы все дышало. Разложили, чтобы все было ровно. Между лозами плодоносными сантиметров по 10. Ну, стараюсь. Идеально не получается, конечно. Все равно бывает, вот видим, ягодки вот подпекаются чуть-чуть. Это можно обрезать, можно не обрезать. Бажена. Сорт у меня этот куст посадил очень поздно, вегетирующим саженцем 2 июля. Посадил я его в 2015 году. Я его не убираю. Он большой, вырастает хорошая ягода. Оставляю одна гроздь на побег. Один у него минус. Вот, пропустил пасынок один. Видим, пошел не туда. Он, честно скажу, вода. Вода водой. Но у него есть размер. Поэтому вид внешний, сроки ранние. Один куст держу. Поэтому пусть будет. Вот такое вот утреннее видео. Всем желаю удачи. Все спасайтесь от жары. Всем мира, добра, любви. И до новых встреч. И хороших урожаев.